Общежития вузов будут отремонтированы за счет бюджета. Такое предложение внесла партия «Единая Россия». На Всероссийском селекторном совещании нацпроекта «Новая школа» обсудили поправки фракции с включением в федеральный бюджет субсидий на ремонт общежитий вузов. Это особенно актуально для нашего региона, потому что только в Ульяновске расположено несколько университетов, и у всех у них есть студенческие общежития. Наконец-то мы повернулись к тем ребятам, которые переехали учиться в высшие учебные заведения, непосредственно из сельских муниципальных образований из других городов, поддерживает данную инициативу, зная, что на сегодняшний день это востребовано. Я уже сейчас хотел бы обратиться к ректорам учебных заведений, чтобы они уже сейчас начали готовить необходимый перечень документов и участвовать. Напомню, в этом году правительство поддержало поправку, которую вносила Государственная Дума по выделению 3 миллиардов рублей на ремонт студенческих общежитий. Это позволит ежегодно ремонтировать по 100 тысяч квадратных метров в общежитиях в региональных университетах.